Итак, вот, завели мы наш телефон. Кстати, тут водозащита есть, IP68, скорее всего. И неплохой процессор, Helio там какой-то. Он слабее, чем процессор на A34, но тоже неплохой. И, смотрите, если его сравнивать с другими телефонами, ну, в данном случае подешевле Motorola, то тут камера с оптической стабилизацией. То есть тут все вопросы этого телефона сразу убираются. За 8000 гривен у вас есть шикарнейшая камера с оптической стабилизацией. Есть широкоугольный формат. Не знаю, насколько здесь широкий угол, это и не есть важно, он здесь есть. Приближение 1x и 2x без потери качества. Я вам говорю только, что важно, остальное не важно. 10 приближений вы не будете никогда в жизни пользоваться, поверьте мне, до путьки. 0.5, 1, я даже двоечкой не пользуюсь, хотя люблю снимать видео и все такое. Так, есть вспышечка, тут три камеры, одна, я слышал, на 50 мегапикселей, а другие, скорее всего, на 12. Есть вспышка на видео. Работает она шикарно, можно подсвечивать себе все, что хотите. Новая прошивка, тут сразу все кадры можно выбрать, Full HD и HD. То есть не густо, кстати, нельзя что ли разрешение менять, очень интересно. У меня флагман Fold 3, у меня там, когда я нажимаю эту опцию, тут в QHD, Full HD 30-60 кадров, но здесь снимает только по 30 кадров. Но я уверен, что есть и... профессиональная съемка должна быть, панорама, еженич, макросъемка, гиперлапс, это все можно сюда добавить, умный интеллект, что-то он нам там не нужен, можно добавить, переместить, окей. Так, видео у нас, видим, не густо. Насчет стабилизации, давайте проверим, правда ли это. Так, видео с это вам не нужно. Да, это оптическая стабилизация у Samsung. Поздравляю. Оптическая стабилизация – это просто шикарная опция. Потому что если ее не будет, любое ваше видео, оно будет трястись. Просто будет трястись. Но если вы включите эту функцию раз и навсегда, и у вас видео уже будет плавненькое, красивенькое. Муа. Так, по видео... что я не вижу тут 50-мегапиксельной камеры. Скорее всего, знаете, почему я ее не вижу? Все очень просто. Есть фотография. По фоток у нас оптимизация кадра, водяной знак изображения. Это нам не нужно заберегать. Это селфи, телекам, видео. Почему оно нет? Многих опций на камере. Все просто. Скорее всего, нам не зробили оновлення программного забезпечення. И должен выйти новый Android и новая One UI 6. И после этого у нас все появится. И это, скорее всего, не после... One UI 6, да. One UI 6. Просто оно мне весило 2 гигабайта, а здесь всего лишь 200 мегабайт. А, нет, тоже, да, 2 гигабайта. То есть надолго это все. Оно оновится, и тогда придет обновление на камеру, потому что... ну, мало, тут не должно быть так мало опций, тут должно быть 50 мегапикселей. Вон, умный интеллект добавили уже. Изменили ты свой зовнішній вигляд и світ навколо с допомогою унікального фільтру. І що? Веселі кадри якісь роблять. А, ясно. Всякие там няшные картинки, которые... которые девочкам понравятся, нам это не надо. Окей. Тест Antutu я не вижу смысла делать. Игрушки на средних настройках пойдут, на высоких будут глючить. Во всем остальном шикарный телефон. Тут просто, ну, больше не о чем рассказывать. Все телефоны сейчас более-менее одинаковые. Оболочка шикарная в Samsung. Я ее советую. Она шикарная, классная. Экран большой. Что у нас тут еще есть? Давайте посмотрим, оновление. Обновляется по системе... а, 90 Гц экрана. То есть, хотя, знаете, у меня 120 Гц. Я включил. Включил 90. Ну, что плавнее, что быстрее. Для меня это уже не имеет значения. Это может для каких-то там школьников там, до 20 лет, до 23. Даже хотел оболочку поменять. Есть крутая оболочка самсунговская. Ну, не самсунговская, а стороннее приложение. Там, когда вы увеличите звук, оно не так стандартно, как Samsung. Я в кругляшках такое, все красивое. Мне уже как-то, ну, абсолютно все равно. Давайте посмотрим видео.
Зараз включим какую-то музыку без авторских прав, посмотрим, как она играет. Мой обзор, кстати, товарищ Поднебесный. Моторола играет лучше. То есть звук Мотороли вам много раз круче. 100%, прям 1000. Мотороли стерео вроде бы, а тут моно. Один динамик. Но в принципе должны вы выбирать, что вам лучше, что нет. Подтачивайте как вам нужно. Вот, не привык я к такой камере, у меня совсем другое. У нас тут супер мощная камера. Окей. Лезвие. Так, Кнайвас это и пишется... Ну, в основном остальном тут не есть премиальные запчасти. Тут есть недорогие запчасти, недорогая комплектация. Вот говорят, пластик будет, но мне похоже на стекло. Ну, не знаю, ну какой это пластик? Похоже на стекло. Ну, во всем остальном он легкий, толстенький, широченные рамки, просто мега широченные. И вот эта капелька вообще, я никогда не пользуюсь этой камерой, ну, кроме как звонков и то вот такое. Так, а как текст переставить? Где тут мову поменять?